Здравствуйте, уважаемые зрители! Очень рада всех вас приветствовать на своем канале. Сегодня вместе с вами хочу пройтись по бюджетной посуде, которая стоит здесь до 100 рублей в основном вся. Я сейчас нахожусь в магазине «Несклад». Это магазин «Абсолют», он у нас такой же, как «Светофор». И, конечно, хочу вам показать новинки в этом магазине. Сколько здесь всякой красоты! Я знаю, что вы так же, как и я, любите этот магазин. Я здесь люблю бывать и, конечно, для вас всегда снимаю обзорчики. Поэтому я сейчас нахожусь в городе Курск. Это деревня первая Маква. Именно по этому адресу в магазине «Абсолют» мы очень давно с вами не были. Желаю вам приятного просмотра. Давайте скорее рассматривать, что тут есть. Какая новая тарелочка увидела сразу. Обеденная. Ох-ох, ее тут прямо коробочками спрессовали так неплохо. Ну, грязная, правда, но видите, их как много. В общем, с гусями вот с такими вот 81 рубль. Это, кстати, смотрите, это дулевский фарфор. Представляете? Так что вот так вот, Россия производитель. Похожее что-то есть вот там вот подальше, но они, видите, немножечко другие, но тоже гуси. 66 рублей, это десертная, а вот глубокая по 86 рублей вот тоже есть. Это то, что касается именно тарелок с гусями. А вообще, конечно, красоты здесь разной много. Но я сразу обращаю внимание на новинки. Из новенького увидела вот такие вот салатники. Красивые, стеклянные. Кто производитель, сразу хочу посмотреть. Ну, здесь уже это Россия, но не дулевский, конечно. Натрий, кальций, силикатное стекло. 59 рублей. Такая красота. Достаточно глубокий. Посмотрите, какой. За 59 рублей. Даже в фикс-прайсе такого, конечно, такой красоты не встретишь. Их выставлено несколько, но я уверена, что еще, если нужно, они здесь будут. Так, и увидела новую серию тарелок из Турции. Они уже чуть-чуть подороже, но они реально отличаются по своей красоте, я бы так сказала. Значит, на данный момент продается целых три вида. Их вот такие мы с вами, по-моему, с листиками не видели. Посмотрим. Такая получается десертная тарелка, поближе вам информацию. Это керамика, Турция. А, это вообще считается как блюдце, но я бы сказала, десертная тарелочка. 130 рублей. Вот она цена, чуть-чуть повыше. Из этой же серии есть, а вот уже десертная. Но она такая, знаете, как обычная, 180 стоит. Так, и суповые тоже есть, по 240. Есть еще бульонницы по 110. Так, ладно, еще хочу вам показать вот такие. Это то же самое, тот же производитель. Но немного, видите, да, другой рисунок. Цены те же будут. И вот еще какие-то суповая, видите, какая? Давайте посмотрим. Это бульонница. Какие они красивые. Вообще, вы не представляете, вживую еще красивей. Как, знаете, какая-то мозаика. Это бульонница, 110 рублей. А тарелка суповая 240. И вот там вот еще не достану просто их. Это подстановочные тарелки, они по 250 рублей. Честно, они того стоят. Правда, очень красивые. Ну а теперь хочу показать вам, что заказала на этот раз в магазин «Любимый Василек». Конечно, как обычно, все ссылки вы увидите в описании под этим видео. Оставлю вам ссылочку на интернет-магазин «Любимый Василек». Это ивановский трикотаж. Очень много там хорошего текстиля, приятные цены, а выбор просто радует глаз. И главное, кошелек. Поэтому я рекомендую посетить этот магазин. Смело можете заказывать, потому что я заказываю там уже, вы знаете, не первый раз. Всегда очень довольна заказами. И сейчас вам покажу, что выбрала в этот раз я. Выбрала себе вот такие вот футболочки, также майку. Первая черного цвета. Смотрится классно. Сзади она полностью вот такая вот как прозрачная и вот такая сеточка. И еще хотела показать, что она сзади немного удлиненная, подлиннее, чем впереди. И никаких как бы рисунков, камушков, ничего нет за счет того, что есть вот эта шикарная сеточка. Смотрится очень красиво, кстати. Очень так нежно, несмотря на то, что такой темный цвет. Следующая будет майка белого цвета. И здесь тоже есть сеточка, но она, видите, только как бы на верхней части спины. Тоже смотрится хорошо, сейчас уже жара у нас, поэтому заказала такой вот вариант уже летний-летний. И еще мне очень приглянулась вот эта футболка, как же красиво она сидит, просто шикарно. И сзади она просто черного цвета. Тоже чуть-чуть подлиннее будет сзади, впереди
покороче, и есть еще разрезики небольшие. Красивый рисунок, он прям так переливается. Еще в этот раз выбрала вот такую вот пижаму, пижамный комплект, маечка в синем цвете. Такая свободненькая, как я и хотела, тоже здесь в основном вискоза преобладает. И шортики, тоже коротенькие, но очень свободные. Есть вот такие вот вставки с кружевами по бокам. Очень приятный костюмчик, могу сказать, мягкий, нигде ничего не давит, не жмет, вообще классный. Еще выбрала сарафан в черном цвете, в крупный горох, смотрится очень красиво. Немного он расклешен к низу, наверху такие тонкие лямки, и на спине еще можно завязать. Вот такой вот бантик будет, то есть моделька такая интересная, очень приятный на ощупь, просто ткань обалденная, прям моя любимая, тоже в полном восторге от этого сарафанчика. Очень я люблю разные бриджи, мне в них удобно, комфортно, дома всегда в них в основном, и заказала в этот раз снова. Тянутся прекрасно, опять же это вискоза, такая вот интересная моделька под джинсы. И еще в этот раз заказала более спортивный вариант, они и покороче, и опять же здесь преобладает вискоза, такая вот яркая есть полоска сбоку. Тянутся очень хорошо. И в этой модельке еще такая вот широкая резинка. Я всегда доверяю любимому Васильку, поэтому смело заказываю своим близким одежду, своим друзьям в подарок. И в этот раз вот заказала в подарок такую футболку. Это 100% хлопок, такой красивый рисунок с такой вот розой. Это темно-синий цвет, опять же, все швы на своем месте, просто пошив шикарный. Ну а какие модели, просто разбегаются глаза. Также еще в подарок заказала вот это платье, тоже оно такое немного расклешенное к низу, цветочный принт, есть еще поясок, потому что моделька сама по себе свободная, это 100% хлопок, здесь интересно вот такая вот горловина, здесь вставлена резинка, но она, знаете, такая нежная-нежная. И такие вот рукавчики. Одинаковые по рисунку и впереди, и сзади. Следующее платье уже тоже идет в подарок, но оно такое уже другое. Это уже длина макси. Посмотрите, какое классное, какое интересное по своей расцветке. Это тоже хлопок. Также оно клешеное. Одинаковое и впереди, и сзади. Еще одно платье, и оно тоже снова идет в подарок. Люблю я радовать своих близких людей. Тоже посмотрите, какая красивая, интересная моделька. Впереди оно чуть короче, а сзади подлиннее. Так еще и разрезик такой вот небольшой есть сзади. Такой красивый рисунок, одинаковый и впереди, и сзади. Наверху оно сделано футболочкой. И опять же, это 100% хлопок. Друзья мои, все ссылочки вы найдете в описании под этим видео. Обязательно переходите, посетите магазин «Любимый Василек». Я уверена, что вы без покупки не уйдете и очень останетесь довольны заказом, потому что цена-качество просто на высшем уровне. С удовольствием оставляю вам все ссылочки внизу. Кружечки по 139 рублей. Такие вот с полевыми цветами. Когда-то тоже они были уже, потом пропали. Но разбирают, знаете, по таким деньгам. Это производитель Китай и керамика. За такие деньги здесь все очень хорошо берут. Еще есть кружки по 99 рублей с маками. И были еще какие-то. А, вот такие с розочками. Это тоже ценник 99. Рисунок с двух сторон. Вы только посмотрите. Здесь лепесток к лепесточку. Я имею в виду качество нанесения рисунка. Шикарное. Так, что тут еще по кружкам мы с вами не видели давно? Тут надо как бы брать их и разглядывать сразу. Также 99 рублей. Вот такие. Очень красивые. То есть, видите, здесь любите цветочки, берите с цветочками. Не любите, пожалуйста, можно найти что-то попроще. Однотонная 67 рублей. Стандартная керамическая кружка. 139 рублей вот там вот с надписью кофе, кофе тайм. Еще увидела набор для специй по 99 рублей. Такой вот, ну, наипростейший как бы, да, но пластиковый, но неплохой. Так, что тут еще есть? Термоса разного плана. Также здесь очень много посуды из стекла. Подальше отойду, чтобы вы понимали масштабы. Вообще магазин очень большой. Здесь и продукты есть, и хостовары, и какие-то другие товары для дома в плане подушек, одеял. Так, ну, нас с вами интересует в первую очередь посуда. Бульонница 97 рублей. Вот они большие. Ой, лишь бы дотянуться.
скол есть, да, вот на этой сразу, но их достаточное количество. На 580 миллилитров с одной стороны ручка, это Китай и керамика. Еще интересный какой-то товар новенький, это ваза для мороженого. Сначала так и не поймешь, что это, какой-то бокал красивый кажется. И 74 рубля стоит. Производитель город Бор. Много разных бокалов, стаканов по 80, по 70, в общем-то 60 рублей, 58 вот такие вот стаканы, например. Ой, с сердечками, не ожидала. Кстати, тоже новенькие, таких я не видела здесь. Производитель Паша Бахче. Еще вот такие стаканы новые, 62 рубля. Это стекло, слушайте, такой легкий он вообще, как будто я пластик взяла. Так, идем с вами далее. Прямо показываю все как есть, не выключая. Лимонница стеклянная, 105 рублей. Банка с крышкой, 126 рублей. Хорошие баночки, я такие покупала. Небольшие и были еще побольше. Сейчас не вижу, правда. Сахарница с крышкой, ну или такая мини-конфетница может быть. 136 рублей. Привезли, посмотрите, какие огромные алюминиевые кастрюли. Матовый алюминий, с крышками они. Естественно, 1743 рубля стоит такая кастрюлька здесь, на 20 литров на целых она. Зашла посмотреть, что тут есть еще из эмалированного. Из эмалированной такой красоты. Ну и вот тут вот начинается. Что-то, конечно, есть без рисунка. Такое простенькое, по 526 кастрюлька, почти на 3 литра, 742 на 7 литров. Алюминиевая кастрюля 390, на 2,5 литра она, 533 вот они стоят. Так, есть еще даже вот такие вот кружечки, 237 рублей с носиком, тоже эмалированное все. Миски 402 рубля с этой черешней, просто они такие симпатичные, тяжелые вообще. Но это Россия производитель, Керчь. Красивый, правда, рисунок с двух сторон. И чувствуется, что эмаль прям, знаете, такая добротная. А вот на такие ковшики цена снижена. 1,5 литра, 237 рублей. Они без рисунка. Есть еще подобные с рисунком. Не знаю, та же цена будет или нет. Но за ними стоит рисуночек такой небольшой, не крупный. И много разной мелочевки здесь. И шумовки, и ложки. Цены. Так, давайте посмотрим. 33 рубля, ну, потому что это пластик, 59, 60. В общем, цены очень приемлемые. Поэтому здесь у нас, конечно, всегда люди есть, присутствуют. Так, еще я увидела разделочные доски, точнее, целый набор на подставке. Хочу достать вам, показать по бюджетной цене. Здесь их сразу сколько штук-то? Три? Да, три штуки. Это дешево. Потому что я смотрела в ленте, в Леруа, там от 800, если не ошибаюсь, подобные. Но это пластиковые, но они, видите, все разные по цвету. Так что очень даже смотрится симпатично. Какие интересные такие с деревянными ручками, наверное, не видела. Скалки. По 230 рублей. Новые пластиковые контейнеры появились в продаже по 57 рублей. Емкость для продуктов. Такими яркими разноцветными крышками. Сам контейнер небольшой, на 750 миллилитров. Красивые яркие картинки. Так, еще какие-то баночки вот здесь вот для сыпучих по 142 рубля на литр 600. Что вот это такое, интересно? А, какой-то кувшин. Это набор даже. Кувшин плюс 4 стакана. Выглядит, знаете, точно стекло. Это пластик. 219 рублей. Но если куда-то с собой брать, еще, кстати, они есть прозрачные, более практично, не разобьется. А вот эти банки для сыпучих сейчас по акции, они тоже пластиковые, 69 рублей и 79 рублей. Сейчас вам покажу, насколько красиво они смотрятся. Такой перелив у них, но это точно стекло. Плюс красивые по цвету крышки. Вот они литровые, а это пол-литровые. Сейчас цены на них снизили, были дороже. Я даже вот вам их, помню, показывала. Действительно, по цене подороже. Здесь уже стеклянные банки для сыпучих по 249 и по 285. Они немножечко разные по своему литражу. Но факт в том, что таких мы тоже с вами нигде, кроме Абсолюта, наверное, не видим.
Полностью-полностью это стекло в рисунок. Бамбуковая крышка. Все так, знаете, добротно сделано. Есть силиконовая вставка, чтобы прослужило все больше, дольше. В общем, хорошо смотрится. Сколько разной мелочевки далее здесь. И прищепки, и вот такие вот наборы для окрашивания по 77 рублей. Подносы пластиковые 134. Лоток для столовых приборов стоит 50 рублей. И разные подносы, и такие вот тарелки, как корзиночки, фруктовницы. Очень красивые. Цены 37, чуть-чуть побольше 43, потом 30, 89. Ну, в общем, я думаю, что поняли, да, что цены приемлемые. Какие-то мисочки небольшие. И крышки тут сразу к ним. Посмотрим. Миска с крышкой. Так, посмотрим. 80 рублей на 1 литр. Это пластик. Я сейчас иду по ряду, который такой хозтовары. Тут разная мелочевка. Вантусы, мухобойки, выбивалки. И чего только нет. Так, по 61 рублю ёршик просто можно, который купить. Без вот этой подставочки поменять. Даже есть сменные блоки для швабры. 59 рублей. Хлебница 499, такая она, знаете, не маленькая, правда пластиковая, но в светлом цвете, сразу смотрится очень добротно, приятно. Друзья мои, на сегодня свой обзор я буду заканчивать, но обязательно будет продолжение, поэтому если нравятся подобные обзоры, не забудьте подписаться на этот канал. Всем желаю здоровья, мирного неба над головой, всем удачи и до новых встреч, пока!